Всех приветствую, с вами я, Лего Стайл номер один. И сегодня у нас новый УПУН на повелительницу воды, Галли. Сразу говорю, в этом наборе мне не понравились открытые места. Допустим, как вот эти вот тонкие элементы на ногах. Ну ладно, не будем об этом, перейдем к сути. И первое, что я предлагаю исправить, это молот Галли. Юмолот мне никогда не нравился, потому что тут есть такие вот красные некрасивые крестовины и дырки. Что ж, я предлагаю вот так закрыть данную проблему. Далее я продолжу улучшать топор. Я взял вот такую вот штуковину, ну и я прикреплю ее вот так вот. А далее я создал вот такую вот конструкцию. Да, тут, правда, остался один вот такой вот пин. Ну и чтобы закрыть вот такие вот дырки, мы сделаем достаточно просто. Вот и готов наш топор. Теперь он не такой, а намного более мощный. Тогда теперь, наверное, надо и прокачать саму повелительницу. И первое, что меня не устраивает, это вот эта вот рука. Я предлагаю этот наплечник поменять на вот такую вот серую деталь. И получится такая вот стальная рука, которая намного лучше подходит Галли. Далее дополняем наш щиток прозрачный голубой еще одним щитком, чтобы у нас получилось два щитка, потому что они нам сейчас понадобятся. Многие наверняка догадались, что мы их прикрепим сюда, устраняя проблему ТО, потому что у всех ТО есть вот такая проблема. Теперь Галли выглядит более подкачанной, но вы же скажете: «Стайл, она же не мужик, что за фигня?» Знаете, всегда мне не нравятся вот эти симметричные шипы, поэтому я отсоединю один на вот этой вот ноге и присоединю сюда, потому что, по-моему, так лучше смотрится, даже можно перевернуть. Раз уж взялись за ноги, давайте переделаем ноги. У меня есть две таких шины, и знаете, сейчас что мы будем с ними делать? Итак, мы их засунем вот в эти тонкие соединения, которые портили ту самую Галли. Ну, конечно, не очень сильно портили, но все же. Итак, шины благополучно прикрыли наши ноги. Теперь пойдемте проапгрейдим спину. Честно говоря, спина мне вообще не устраивает. Этот щиток можно передвинуть. Его можно передвинуть на клеточку. Но меня не устраивает вот эта вот дырка, поэтому мы прикрепим сюда обычный хфшный элемент, дабы закрыть это все. Ну и последний штрих, который вам забыл показать. Я хотел уже давно надеть трубку на эту секиру, скажем так, и присоединить, чтобы получилось как-то более помощнее. Теперь я считаю, что она лишена минусов. Теперь мне все здесь устраивает. Ну, конечно, если бы я делал именно ревампы, кстати, это не является ревампами, это всего лишь убирание проблем у наборов. То есть убираем проблемы у наборов. Там можно было до 2015, потому что я буду убирать наборы только у новых био. Но, в принципе, в 2016 году буду заниматься тем же. Ну, лады, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я, Лего Стайл номер один. Также, кому интересно, зайти в мою группу, ссылка в описании. Подписывайтесь, там все про био. Всем пока и до скорых встреч!